Начнем с разбора блюза. Значит, что здесь происходит? В целом расскажу, что это такое и почему называется блюз 12-тактовый. 12-тактовый назвали только потому, что он имеет с собой структуру квадрата, называют блюзовый квадрат, в котором повторение 12-тактовой фразы идет постоянно. То есть то, что мы повторяем, вот эту вот всю фразу от начала до конца, это называется блюзовый квадрат. И он повторяется. Каждый такт состоит из 4 четвертей. То есть 4 удара у нас. Раз, 2, 3, 4. Каждая четверть, в свою очередь, делится на 3 равных ноты. Это называется триоли. То есть восьмые триоли. Когда у нас на один удар идет сразу 3. Раз, 2, 3, раз, 2, 3, раз, 2, 3, раз, 2. Мы вступаем всегда с последней ноты в триоли. Получается раз, 2, 3, раз, 2, 3 на третью ноту. И поехали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Вот. Значит, что здесь происходило? Когда мы включаем метроном, он нам ударяет либо четвертями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Либо триолями сразу же. Раз, два, три, два, два, три, 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 четыре. Раз, два, 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 три, 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 четыре. И нам нужно успеть вот в последнюю самую нотку. То есть раз, два, три, раз, два. Да, это называется затакт. Когда у вас будет получаться уже затакт, можно идти дальше. Значит, и выучить фразу вот на первом аккорде, на ми-мажоре. То есть... И вот это такой переход, его еще называют turnaround, но здесь скорее половина turnaround, на котором начинается и заканчивается блюз, его так называют. Здесь что у нас происходит? Мы также держим аккорд ми мажор и в первую и третью долю играем сдвоенные струны. Первую и шестую получается. Первая идет у нас струна на третью и на первую долю. Раз, два, три. Потом на первую у нас идет шестая и вторая. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Итого получается. Раз, два, три, раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Угу. И вся фраза целиком. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дальше идет аккорд ля мажор. Еще называют А. Угу. На нем примерно та же самая история. То есть начинаем. И затак, и обратно в ми. Значит, получается. Начинаем также его с первой доли. То есть мы доиграли turnaround, вот так называемый. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Здесь, внимание, остановка. На ноте соль, мы мизинцем берем нотку соль и останавливаемся. Раз. Снова переход. И дальше аккорд идет си септаккорд. Мажорный септаккорд, всем известный. На нем мы играем вот такую ритмическую фигуру. То есть два раза повторяем. Раз, два. Затем у нас ля мажор. Играем его вот таким образом. Останавливаемся тоже на ноте соль на третьем ладу. И как у нас уже было в предыдущем.
за так и снова в ми. И си септаккорд снова. Вот таким образом. И последнюю ноту можно немножечко погромче сделать с акцентом. Она длинная, ее погромче. Это кульминационная нота. Можно чуть повибрировать. Слегка. И заново. За такт и повторяем эту фразу. Вернее, квадрат. Ля. Остановка за такт. Здесь происходит вот такая история, такой пассажик небольшой из нот фа диез, фа бикар и ми. Получается, мелодия у нас на первой струне, а начинается движение с пятой струны. Получается, пятая, третья, вторая, первая, пятая, третья, вторая, первая, и потом на первой. Играть это нужно достаточно быстро, чтобы это звучало таким пассажем. Да, то есть... да. Потом ля. Также останавливаюсь на третьем ладу. За так. И один раз играем. И потом снова си. Это первая фраза, первый квадрат мы с вами разобрали. Теперь будет у нас второй квадрат. Он отличается только концовкой. Там идет у нас соло-пассаж вот такой. Значит, мы разберем прямо с концовки. Начиная от пассажа на аккорде си, септаккорд. Второй раз. Значит, сыграю сейчас целиком второй период, второй квадрат медленно и посмотрите, что здесь происходит. Соло у нас начинается сразу после аккорда ля. Ля предшествует аккорд си. Вот это самый, вот этот самый пассаж. И как только мы сыграли здесь нотку фа диез на ля, фа ми, и тут же сразу идет пассаж. Значит, пассаж состоит у нас из слайдов и пулоффов. Значит, у нас начинается первый слайд, это от ноты фа фа диез, и потом срыв на фа диезе в ми, пулофф, так называемый. Потом вторая струна, второй лад, первый, срываем, открытая нота, потом нота ля, второй лад на третьей струне, потом открытая соль, третья струна, соль диез, первый лад, и ми, открытая, первая. И того получается.
основной момент. Во-первых, ритмический. Так, чтобы у нас ритм был очень точно попадал в триоли. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Чтобы вот эта триольная пульсация четко прослушивалась. Второе, это ноты, которые вы срываете, были по громкости приблизительно такие же, как и те, которые вы атакуете правой рукой. То есть... И третье, это на открытой ноте соль, на третьей струне. Можно немножечко присесть на нее, она должна быть более глубокая и... По кульминации она здесь самая основная, да, она должна быть длинная и самая такая глубокая с акцентом. А предшествующая ей ля, можно наоборот ее укоротить, должна быть коротенькая, и того. Это называется артикуляция. И тогда ваше соло будет намного более блюзовым, скажем так. Дальше идет пассаж нисходящий. Даже не пассаж, а мелодия. Начинается также со слайда от ноты до диез к ноте ре. Значит, мы дергаем. И тут же со второго лада на второй струне идем на третью. И первая струна. Обратите внимание на то, что вторая струна не глушится при этом. И первая, и вторая звучат одновременно. То есть мы дергаем вторую, а потом дергаем первую, и они звучат вместе. Получается большая секунда интервал, один тон. И на фоне звучащей первой струны мы сделаем вот этот вот нисходящий вот этот паттерн. Получается нотки. Третий лад на второй струне, второй, первый и открытая. Здесь паузу приглушили, дергаем бас ми теперь, играем ноту ми, а потом соль с небольшим с таким бендом и потом обратно ми в этой руке и аккорд ми мажор в тонику пришли. Ну еще для красоты можно сделать вот такую вот здесь фичу. И перевибрировать на ней. Это у нас получается кварта интервал до диез, фа диез. Дергаем вместе с басом и слайдом на третий лад. Второй, третий лад. И перевибрировали. На этом наш видеоурок по блюзу закончен. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментарии, я обязательно на них отвечу. Всем пока и до новых встреч!